Привет, это Сергей Добрый, и в этом видео я хочу рассказать о отчете, первом отчете, который стоит 990 рублей сейчас на сайте, что в него входит. Итак, купить отчет после того, как мы ввели данные наши, можно по кнопке, значит, соответствующей «Купить отчет», и дальше у нас предлагается три варианта. Базовые основы, дальше отчет, который называется «Генные ключи», и полная версия. Здесь у нас и генные ключи, и базы, и плюс еще питание, PHS-анализ. Значит, здесь этого в базовом отчете нет, но в принципе есть очень много всего того, что нужно для начала эксперимента. Давайте рассмотрим, что же входит у нас в базовый отчет. Итак, в базовой версии у нас на данный момент 22 страницы, но постоянно обновляются отчеты, так что могут добавляться, корректироваться. Значит, сначала у нас подробная карта, дальше ваш энергетический тип, описание идет его. Дальше идут центры, все центры описаны, причем с позиции корректной работы и некорректной работы. Дальше у нас моя любимая часть, сознательная и бессознательная стороны человеческой психики, довольно-таки интересно описаны. Самое главное, здесь вот краткий психологический портрет нашей личности с точки зрения окружающих вас людей. То есть это бессознательная часть. Здесь мне очень нравятся трактовки. Я их перечитываю и периодически до меня доходит нечто новое, то есть полезная очень информация. Ну и кроме трактовок есть, конечно, описание каналов полное, то есть что из себя представляют каналы. Ну а вот эти трактовки, значит, краткий психологический портрет, это, собственно, описание ворот, которые есть. Они довольно краткое, и в генных ключах, и в полной версии, конечно же, больше описания каждых ворот есть, но, в принципе, здесь очень-очень мне нравится именно подход, как вообще описано это. Так что не стал бы сбрасывать со счетов этот вид отчета. Так, это у нас был первый отчет, базовые основы. Ну, дальше уже идет оплата через Visa или PayPal. Так, с вами был Сергей Добрый. Пока.